Сегодня я вам расскажу и покажу, как проходит процедура геродотерапии, то есть лечение пиявками. Здравствуйте, меня зовут Наталья Андреевна. Я врач-геродотерапевт Real Clinic. И то, что я сейчас покажу, это не рекламная акция, это обычная процедура. И я этим занимаюсь уже более 15 лет. Пиявки выращены на биоферме в Подмосковье. На них есть сертификат соответствия. Они отголодавшие и готовые к работе. Сегодня у нас пациент, молодая женщина, переболевшая ковидом летом 2020 года. Мы представляем ей 3 пиявки, пупочное кольцо для воздействия на печень. Процедура у нас длится 15 минут до неполного насыщения пиявок, потому что в анализах пациентки невысокий уровень ферритина. В начале процедуры, первые 5-10 минут, пациент чувствует покалывание в области пупка, похожее на жжение от крапивы. Здесь уже не первая процедура, поэтому пациент довольно-таки спокойно относится к прикосновению пиявки к коже. Но если есть брезгливость, если есть негативное восприятие именно самой пиявки, я заворачиваю ее в ватный диск, и вас она не касается. Если есть страх, я держу вас за руку, я отвлекаю вас разговорами и юмором. 15 минут прошли, пациент получил максимум ферментов за это время. Пиявку мы снимаем, накладываем повязку и ждем пациента через неделю. Рекомендуемый курс из 10 процедур с интенсивностью 1 раз в неделю. С собой я даю рекомендации по поведению после процедуры и запасной комплект перевязочного материала, потому что в течение суток кровотечение из ранок – это норма. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Смотрите наши новые видео и приходите на прием.